Здравствуйте, уважаемые друзья. Сегодня у нас на обзоре, пихта кавказская норма на двухлетка. Уже образовала почку, уже довольно-таки хорошо образовала почку. Так, она у нас идет, сейчас я вам все покажу и расскажу. Она у нас идет 10 сантиметров, ну довольно хороший уже сеянец, довольно прочный. Три почки у него, вот можно видеть, три почечки. Пихта кавказская нормана, очень прекрасно смотрится, особенно когда в одиночных посадках, прекрасно приживается, прекрасно растет. Я не знаю, говорят, что у него морозостойкость маленькая, минус 35 при мне она выдерживала. Также можно сделать заказы на весну. Также можно сделать заказ на осень. На нашем сайте она будет. То есть в описании будет ссылка на эту позицию. Пожалуйста, заказывайте, бронируйте. Выкопаем и пришлем. Опять же, вся выкопка и отправка с 15 сентября. Всех сразу мы не сможем с 15 сентября. Ну, пихта кавказская есть, пихта кавказская. Она как искусственная, красивая очень. Ну, естественно, будет перебираться. Желтенькое мы вам не пошлем. Будет посылаться только хорошие, крепкие саженцы. У нас ее немного, около 5000, но это я так сказал, на скидку. На самом деле около 8. Ссылка будет в описании, смотрите. Спасибо, с вами был Евгений Филимонов, и вы были на канале питомника «Хвойный дворик». Всего доброго!